дамы и господа, минуточку внимания. О метком стрелке Робин Гуде сложено много легенд. От Курска до Владивостока песни о нем поют. Мол, думал о бедном люде и требовал перемен. И над тираном жестоким вершил справедливый суд. Множеством разных историй полнится шар земной. Историй хороших и разных, правдивых же нет ни одной. Сегодня мы вам расскажем, про что все сказания врут. Каким был на самом деле хитрый Шервудский плут. Причины безжалостного грабителя, которого звали Робин Гуд.
земле, в железных доспехах, охраны не счесть. Лучших из тех, что родит земля, отправил воинов брат короля. Сотни боев и турниров за их плечами, и славных побед. И предаваться печали не может заставить ни ангел небес. Навстречу простая телега, которую правит монах Серовясин. Увидев отряд, попытался убраться скорее во свояси, но всадники быстро догнали дрожащего, жалкого в страхе святошу. Увидели гроз и долго дрожали деревья от громкого дикого хохота. В мехах вино, в бочонках пиво, в бокалах рыцарей оно уж скоро пенится игриво. Но вдруг один за ним другой на землю валятся вояки, и издавая дикий вой, дух испускают в лесном мраке. Тех, кто не пил вина, стрела вдруг прилетает ниоткуда. Жизнь и свобода короля казну пополнят. Главный парень Робин Гуд!